Челябинский бизнесмен Александр Гирь, который признан виновным в организации побоища на рок-фестивале в Миассе, хотел выйти на свободу. Но Копейский суд отказал в удовлетворении ходатайства. Как заявили прокуроры, поведение осужденного за весь период отбывания не являлось стабильным. Им допущено нарушение установленного порядка. А также в учреждении осужденный не работал и инициативы к этому не проявлял. Напомним, Александра Гиря осудили за организацию массовых беспорядков и возбуждение ненависти к субкультурам. Гирь вину не признавал ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании, то есть полностью настаивая на своей невиновности. По версии следствия, в 2010-м на рок-фестивале «Торнадо» бывший бизнесмен и его приятель Роберт Назарян, который являлся хозяином шашлычной, поругались с пьяными посетителями и, видимо, решили им отомстить. Как считают следователи, подсудимый Гирь вместе с товарищем собрал людей, чтобы те напали на участников фестиваля. Мстить пришли с палками, битами и пистолетами. Зрители концерта и понять ничего не успели. По данным следователей, пострадали 37 человек. Я просто шел к сцене. Вот, и сзади приложили, как в первых рядах получил, как потерял сознание. На участников конфликта сразу же завели уголовное дело, однако предполагаемому организатору драки удалось скрыться за границей. В розыск его объявил Интерпол. Александр Гирь был задержан по возвращению на родину из Таиланда в 2016-м. В настоящий момент 12 участников и 4 организатора уже отбывают свои сроки за решеткой. Гиря суд отправил на 6 лет в колонию-поселение и взыскал с него в пользу потерпевших 129 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.